Не поделили дорогу. Авария с участием пассажирского автобуса случилась на 319-м километре федеральной автодороги М7 «Волга». В Гроховецком районе пассажирский автобус «Сетра» из Республики Мордовия и автовоз «Рено» с московскими номерами столкнулись в 7:15 утра. Судя по фотографиям, спасатели особого урона новые машины не получили. Среди людей тоже пострадавших нет. Скрыл деньги от государства. Перед судом предстанет 48-летний ковровчанин, который обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента. По версии следствия, больше 2 лет генеральный директор ЗАО «Протон» не перечислял в бюджет налоги, когда начислял заработную плату работникам, хотя с людей деньги удерживал. Таким образом, мужчина не отдал государству больше 3,5 миллиона рублей. Сейчас следствие в отношении неплательщика завершено, а возмещать налоговую недоимку он отказался, а поэтому пришлось арестовать его имущество на сумму свыше 3 миллионов 320 тысяч рублей. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Из общественного совета в изолятор временного содержания. Так, владимирские общественники решили проследить за порядком в ИВС. Досмотр изоляторов провели в Коврове и Камешково. Посмотрели камеры, душевые, кухню и фельдшерские пункты. В процессе осмотра пообщались с задержанными. Те заявили, что жалоб на полицейских у них нет. Общественный совет при УМВД России в этот раз нареканий в работе изоляторов не нашел. Осмотры ИВС будут продолжены.